После введения чрезвычайного положения правительство объяснило момент с маршрутными листами. Как известно, днем выходить на улицу можно только для похода в продовольственные магазины, аптеки и медучреждения. При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и составленную от руки анкету. Что должно быть указано в маршрутном листе? Фамилия, имя, отчество, номер телефона, причина выхода из дома, время выхода, время возврата, адрес места жительства, адрес пункта назначения. Соблюдайте карантинный режим и берегите близких.